Всем доброго времени суток. Всем привет. С вами Александр Ната. Продолжаем играть Little Big Planet. У нас остался один последний уровень из этого, из этой серии уровней. Убить Онни ужасного. Кручу, верчу, запутать хочу. Получается так, короче, ладно. То есть получается, но не так. Ай, стоять. Стоять! Что стоять? Зачем? Стоять! Что у тебя стоять? 34. Чё там? Ага. Теперь ты не зайка. Ушки можно отдельно приделать, попробовать наклейками. Только не сейчас. Не хочу. Я хочу ушки. Сейчас я вернусь в зайку. Потом разберусь с этим нимбом. Всё, можно идти. Окей. А ты себе можешь сделать? Нет, у меня каска. Кто меня защитит? Твои сковородки иначе. Я же без сковородки хожу, ну хорошо. А то ее раз я делал в любой момент. А я греб. Не поняла, взяла или нет? Нет, не взяла. Нет. Ха-ха-ха. Сейчас возьму. Я тогда вот так сделаю. Чего-то не хватает. Что это? Как-то подозрительно тихо, да? Да, слишком подозрительно. Слишком тихо. Ага. Йох! Лети на моем дирижабле к вулкану ужасного Они. Хватайся за губку, чтобы перелететь вверх, влево или вправо. Прикинь? Да. Сейчас чем заниматься будем? Ну чё, ты готов? Не особо, подожди. О, музыка начинается. А кто у нас отвечает за... Надо вверх. Короче, давай я буду балластом. Буду висеть. Так говори вверх, когда... А я сам не знаю. А будешь подруливать лево или вправо? Давай пока просто вверх. Так. Так, давай вверх. Прикольно придумали. Стой, 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 стой. Это а-а-а. По инерции закинуло. Так, теперь представляешь, как падать будем долго? Я думаю, быстро. Лево, влево немножко. Ой, мы тут все провали. Ага. А, о, наклейка. Ага. Так. Насколько выше надо? Она вот так снимаю, еще выше. Сидит на своем облаке, там деловая такая. А вправо что-то интересно? А влево? Давай, 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 вверх, вверх и влево. Все, облаки. Облаки. Ну да. Облака. Облака. Белогривые лошадки. Ой. А что-то их там много. А внизу ничего не было? Так, давай ты будешь немножко подруливать, а я буду держать просто это. Ну ты же мне не говорил, куда подруливать-то? Ну вправо немножко там. Я сейчас пониже немножко пущусь. Я тебе вообще предлагала, давай я буду, а ты будешь подруливать, и что в итоге? А ты как-то очень резко сразу начала вверх, я думал, ты будешь по чуть-чуть. А, вон, вправо давай, пока наклейку возьмем. Стой, стой, стой. Садимся. Спрыгни, чтобы что? Там снизу будем проверять, слева внизу? А, надо бы вообще, конечно.
Ой. Так, ну давай тогда ты рули вверх-вниз. Теперь. А, ра, вверх. А меня скинуло. Тут вроде ничего вниз, нет. Вниз, вниз, вниз. Там ничего нет, там красный этот. Да как ничего нет-то? Там же проем большой. Какой проем? Там, по-моему, красная фигня была. По-моему, нет. Смотри. Видишь? Ну да. А там, видимо, изнутри спускается, видишь? Видимо, да. Все, падаем. Падаем топором нормально будет. Вот так. Ща. О, наклейка. Опа. Ха-ха-ха. Наклейка такая, наклейка. Интересно, на этой штуке можно было влево куда-нибудь долететь, где мы ничего не взяли? Вниз и влево. Откуда мы поднялись? Или у нас там все где-то было? Я не знаю, но, по-моему, там нельзя было. Ну ладно. Так, что тут у нас? А вправо? Вправо пусто. Стена. Что за звуки? Там ниндзя тренируются. Почему не Тия? Как умеет, так и говорит. Правильно, ниндзя. Кровище там понамазал. Это для устрашения. Что там есть? Что? Ничего нет. Ой. Ого. Ого. Мы вам свою кровь тут не оставим. А-а-а. Ха-ха-ха. Чего бодаешься? Нет там стены. Какая-то странная штука. Ой. Ого. Как-то удачно. Вообще-то. Эта штучка, я думаю, внизу подталкивает как надо. Главное встать на нее просто. Интересно, нормально. Справа там все хорошо? Там вроде ничего нет, да? Вот это... я проход просто открыл нам наверх все. А вверху есть еще что? Лестница. А куда нам идти? Наверх подниматься по этой лестнице, я думаю, к дирижабле обратно. Ну, видишь, как все легко. Ага. Ну окей. Так, ну что, я вверх-вниз? Всегда прикололи такие физические. О! У нас есть что-нибудь вообще? Ничего нет. Наверное, надо где-то взять. Да вполне возможно. Уже пустили. А давай влево еще внизу посмотрим. Давай. Насколько внизу? Вот настолько. Вон там что-то. Где? А вон там. Справа. А, ну что-то есть, да. Так а как? А, ее возьмешь, только облачко поклеишь. Ну да, оно подымет из этой бяки. А-а-а! Вот эта штука. Падаем! Ой. Сейчас, погоди. Меня вытянуло. Тыщ. Я буду символом нашего корабля. Всё. Грудь тогда оголи. Будешь как русалка. Да? Ну да, они же так и лепят на нос корабля и с голой грудью. Ну да. Так. Прощенцы. Да. Пошли.
Я так понимаю, здесь все то же самое, по сути. Ну, по принципу, принцип общий. Надеюсь. Ну, да. Кроме того, что здесь теперь жарко. И крови больше. Прижиматься нельзя. О! А у нас нет такой штуки? Какой? Вот такой. Видишь, на фоне. Да, понятно, опять. Видимо, в первом уровне осталось. Предстоит еще пройти. Не факт, мы уже сколько раз сталкивались, что в конце уровня была наклейка, одна, которую приклеить вначале надо. Кажется, я... Нет? Нормально. Обна! Ага. То есть, в принципе-то здесь это... А, нет, нужно обязательно рычаг нажать. А тут не останешься же, помрёшь. Давай, право. Так, а чё... А, это... Понятно. О, наклейка, наклейка. Еще наклейка. И газую. Вполне возможно, где-нибудь на облаках еще. О, еще и сверху наклейка будет. Вон, видишь, еще там выше? Да. Ну-ну, о. Так, давай вправо. Газуешь? Потихоньку. А-а-а! А, промазали. Где-то мы куда-то вообще улетели. Влево. Да. Аккуратно. Вот она. А-а-а! И еще. А, там еще одна наклейка. Да. Так, одну взяли, да? Да-да-да. На тетке теперь. Я в смысле, или что это такое? Есть. А-а-а! Надеюсь, шарик не лопнет. Я тоже надеюсь. Что шарик не лопнет. Тут еще явно по облакам можно. Да нет, нет, нужно. Не особо можно, но. Теперь лети в жерло вулкана и найди там ужасного Оня. Все, да? То есть, стой, куда ты? Да, там, видишь, ага. Черное. Жерло. Подруливай. Подруливай, подруливай. Бабах! О, наклейки, наклейки, левее. А! Вверх, 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 вверх. Еду, еду. Сейчас я ее. Сейчас я ее. А! Все, падаем. Блин, не видно ничего. Очки! Нормально. Еще, еще, еще наклейка. И справа. Подруливай. Поворотка такая. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. О, хорошо. Там он еще наклейка, я вижу. Так у нас ничего нет. У нас облако есть. Можно вернуть назад. Или как? Вообще долго. Да я думаю, лучше потом в основном проходить надо будет. Ну, да. Все, приехали. Похоже, что да. Это кто там такой умный? А. Ой, а влево там что? А что там влево? Тут даже ходить можно просто так. О, о, X2. Иду. Я думаю, здесь будет сложно. Ага. Так, открыть нам мысли. Так, что делает кнопка? Останавливаю. Ага. Я пошел? Или что? Да, ты пошел. Так. А вот это горит или нет? Или это просто на заднем плане? Да. Нет, это на заднем плане, я думаю. О, еще одна. Теперь, я так понимаю, тебе надо нажать на эту кнопку, и я смог пройти. Да. Точно. Ой, там дальше? А зачем?
Там, наверное, вести опять надо будет. Ой. Тихо. Разбирайся, как... По три раза. Нормально. Стоять? Чё стоять-то? Ну, хорошо. Так, можно меня обратно. И всё, что ли? Да. Какая-то легкотня. Ошейник цепился. Как там? Вот. Нормально. Да, здесь без этого даже не пролезешь. Примерно. Ю-ху! Ю-ху! Первый раз. Да. Да, я тебя обниму. Обниму, это не значит общупать со всех сторон. Нормально. Лена, аккуратно. Аккуратно можно. Дурацкие угольки. Ох, как. Если я правильно понял затею, то... Так. А вот эти как взять? Сверху? Вот отсюда. А, понятно. Сейчас бегу такое. Это что такое? А тут зайти на заход не получится, надо перепрыгивать. Ой. Подпалили хвост. Пип голо. Подпалили все-таки. Что тут? Там справа наклейка. Залезите нафиг. Определенно. Как? Это. Ай, не успела. Там вот про, про... А, вижу. Я ее что-то даже не увидел вначале. Так. Опа. Ай. Скользнулся. Это кто? Я не знаю. Подведи меня ближе к нему с помощью этого переключателя. Об остальном я позабочусь. Ага, подойди, попробуй к этому переключателю. Готовься, он сейчас начнет кидать. Ай! Так, хорошо. Ау. Понял. А как? Марш вниз. Он вот... Типа наклонять и спрыгивать вниз? Ну, не знаю, может быть. А за него цепляться нельзя, за кота, за этого? А, слушай, интересный вариант. Он его, видишь, обратно потом отталкивает. Не. А? Ага, и кот, слушай, обратно отъезжает. Так. А в чем здесь прикол? Тут вообще прятаться даже негде. Не пойму, папа. Ай, ай, да что ж такое, сейчас всю жизнь потрачу. Много их слишком летит, и вернуться вообще никак. Как же будет? Уходи! Ай, гадство какое. Нет, просто прикол в том, что его же... Надо как-то за кота цепляться, что ли, одному, видимо. А там можно зацепиться?
Ты же вроде пробовал вроде зацепиться. Тут, походу, надо... О, смотри, он остался на одном месте. Не успеваю. Ау. А, нет. Ну все. Какие гады. Ага. Так, падаем. Не то, что падаем. Я думаю, там упасть можно, там есть куда, наверное, облокотиться. Ну вот, пожалуйста. Ну, как вариант. Так. Облако. Ползаем. Ага. Блин, чего? Ты волшебная палочка, или, мне кажется? Да, похоже. А, спусти, спусти. Я же фея. Сковородка же здесь неудачно смотрится, да? Почему меч? Строительные каски? Ну, молоток тогда, ладно. Кувалда, да, так? Кувалда, точно. Уж бегать, орать на всех, я Дэдпул. Чем Дэдпул-то? У него прикольные молотки были. Ну да, не поспоришь. Так, мы это брали, нет? Да. Бабах. Не пущают. Вот это... Так, вот не может. Он видел? А-а-а. А подожди, это мы брали. Да? Или нет? Да, 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 это мы... Их мы два. Сейчас в этот был... В жерло вулкана. Очень точно. А-а-а! Сейчас, экспресс. Почта. Баба. ЕМС у нас только учится. Ага. Ой, не напоминай. Это ЕМС. Никогда не заказывайте почты. Россия. Вообще ничего. И почта России ЕМС. Да. Не верите, что у них написано на сайте 2-3 дня. По крайней мере, как минимум 2-3 недели. Если повезет. Ага. Ой. Усы поджег. Хорошо. Я в бешенстве. Ай, я упала прям. Пипкой. Пипкой. Ловко. Даже ушел вернула. Я прямо ими поколхала даже. Теперь недолет, видишь, боюсь теперь перепрыгнуть. Расслабься. Я не могу. Расслабиться. Не напряжена. Будь водой. Издеваешься, да? Нет. По-моему, да. Нет, это ведь даю дельные советы. Дрежник. Со мной пошел первый раз. Так, а что у нас там? У нас ничего не появилось? Где? А нет, с чего бы? Ну да, с чего бы. Разве что ты палочкой нарисуешь. Какую-нибудь прикольную штуку. Ну-ка, она это... Ой! Что ты пыталась сделать? Я случайно, я не по кнопке нажала. Прикольно. А ты-то что помер? Я случайно. За тобой пошел что-то. И вот так. Так, нет, все нормально. У меня каска. От первого повреждения спасает. Если что, я пошутил. Оп, оп. Все, я спас тебя. Какой ты молодец. Теперь кота спасти. Ай. Короче, надо походу по очереди. Один помер, второй несется. Пока жизнь есть. Блин, у него острый ножик, оказывается. Сейчас мы все жизни так. Про жизнь. А с другой стороны, а как без смертей проходить это? Как? Чуть-чуть подтянул, поехал дальше. Вот сейчас хороший момент, наверное, будет. Нет, это был плохой момент. Он очень много кидает. Вот сейчас будет хороший момент. А-а-а. И вперед драпи сразу. Да-да-да-да. А, ни хрена. Капец. Передержал или не додержал? Например? Передержал. Он его сдвигает обратно, смотри, первым. Да? Да. Убегай! Да ё-моё! Это насколько надо заранее бежать? Вот негодяй. Теперь понятно. Я думаю, зря пробежал, не успешно. А-а-а! Успел! Он со своим ножом ещё? Нравится надо. Сейчас опять отодвинет. Ага. А, убегай! А, чуть-чуть. Все нормально, каска. Прыгай. Ага. Ать-ать-ать-ать. Сволочь, два раза сдвинул обратно. Не успеваешь. Ой, не могу. Сволочь. Ай-ай,
Я принес себя в жертву. О, это плохо. Ну да. Не очень хорошо. Может, успею сейчас? Не рискуй лучше. Бегай. А? Все. Куда его еще подальше? Ты чем дольше стоишь, тем дальше он его отодвинет. А, ты про мою жизнь говоришь? Пошли. Ну да. А я уже все расстроилась. Стой. Из меня такой прыгальщик. Да я даже не пробовала, ты о чем говоришь? Я даже... Ну что, теперь надо попробовать еще раз убить босса. Тут, короче, надо, когда если прибежал, не трать лучше попытку, лучше подожди один раз. Угу. Потому что не успеваешь. Убегай. Здесь по очереди надо пытаться. Я так один понимаю. Стоит, да? Ну да, один наготове, второй побежал. Ой, это я зря. Дурак. Просчитался, короче. Так, что, я пошел потом? Да, да, да. Хоп. Буквально, то есть, пару миллиметров ты и... Ты знаешь, это... Дальше. Я уже не успеваю, да? Чуть-чуть. И все, побежал дальше. Блин. Mm-hmm. Вот я говорю, тут очень сложно так попасть в ритм его. Ходи. А? Весь такой прикипченный прибежал. Разгоряченный. Строитель. Напекло башку. На стройке. Ай-яй-яй-яй. Какая паника на лице была. Я опять прокараулила момент. Я живая! Прикольно. Чё-то задумалась. Вот так тебе. Бомби его! Да! Молодец! Я люблю тебя. Я тебя люблю, а его так. Чуть-чуть. Заправдывался такой. Сейчас как начнешь возмущаться? У меня нет сковородки, ты чё? Чё боишься? Хорошо, лети к храму великого мага и забери огнедышащего кота у хозяина магазина. Зачем? Я не знаю. Вам говорят, забери. Ну, хорошо. Заберем. Приносит вам розовый парик. С перьями. Острова, дирижабль. Вы заслужили приз острова. Найдены предметы. Да но мы довольно мало. Много собрали. Не, ну 88%. Я так понимаю, нам теперь надо будет прошерстить эти все уровни. Ловим наклейку, в общем-то. Так, ну что, я думаю, надо выйти, посмотреть, что нам там дали. Ну да. Там вообще надо отдельно время выделять. Есть материал? Клеточку? Или он был? Клеточку не припомню. Это мы взяли как раз недавно, по-моему. Парик с перьями. Нимб. О, какая. Мне не нравится. Не люблю розовые парики. Очки какие-то левые. Какие левые очки? Где? Ну, мы брали там очки, а левые какие-то. Видимо, в создании уровня, не знаю. Ну да. Ну, на самом деле, я ничего не вижу отдельного. Ага. Кроме вот волшебной палочки, пожалуй. Ничего не было. Ну да. Обманули. А прикинь, еще это надо на это проходить. Без смертей. Ага. Надо думать. О-хо-хо. Ладно, что я могу сказать? Тяжелый уровень пошли таки, да? Да, конкретно такой платформер. Хороший платформер. Ладно, все, всем спасибо за просмотр. Надеемся, вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем пока. Всем пока. It's getting late now, and you're wearing that same old glow as I do.
something going on. The connection.